Все работы по ремонту дорожного покрытия, установке новых бордюров, обустройству перекрестка взяты на контроль молодежными активистами, в числе которых есть и представители общественных организаций инвалидов. Включиться в эту работу анапчан попросил глава курорта Сергей Сергеев. От подчиненных, начальников управления ЖКХ, капитального строительства, руководителей муниципальных предприятий потребовал в первую очередь учитывать мнение тех, для кого в Анапе создается доступная среда. Все подписи свои и резолюции ставите после того, как представитель нашей организации инвалидов. Говорит, да, вот эта работа выполнена, доступна для нас, и мы можем здесь передвигаться на инвалидных колясках. Все понятно. Вот с сегодняшнего дня я попрошу и протокол это внести. И это требование для всех, в том числе и для руководителей МУПов наших. Все, что вы делаете вокруг себя, какие виды благоустройства вы делаете, все проецируете на доступную среду. За это очень жестко буду спрашивать. Очень серьезно буду спрашивать. Активисты молодежного совета, в составе которого есть и инвалиды-колясочники, начали мониторинг территории города с курортной зоны. Списки для исправления всех недочетов будут переданы в управление ЖКХ.